С жителями западной части областного центра встретился действующий арбитражный управляющий Дмитрий Игнатов. Рассказал слушателям о том, что такое процедура банкротства, когда она применяется и какие последствия ждут должника после признания его банкротом. Тема встречи особенно актуальна в преддверии грядущих изменений в законы о банкротстве. Будет возможность для других лиц, других должников, у которых сумма задолженности меньше, но тем не менее для которых это является действительно необходимым и важным инструментом, в том числе вот именно списание долгов. Потому что, ну, будем честны, откровенно, это в интересах практически всех. И должника, и части кредиторов, и общества в том числе, и в том числе государства. Такую встречу с арбитражным управляющим организовали в рамках проекта «Защита прав и законных интересов добросовестных заемщиков». Проект реализуется с привлечением средств фонда президентских грантов.